Привет всем, продолжаем проходить Assassin's Creed Valhalla. Не забываем подписаться на канал, ставить вексель и комментарии. Всем заранее спасибо. Ты уходишь туда, где нет солнца. Ползать во мраке среди гадин. Твое имя — несущий горе. Запятнано навек, как бы тебя ни звали. Меня зовут Хорса. В зебе моего дома я зарыл серебро. Пусть его растратят щедро и весело.
пар...
Интересно. Thank you.
Cal. We meet up and then lead you. Tell us where the eagle will hunt. Venus, where? Don Quixote?
осторожнее. Здесь правит король Альфред, а на улицах полно навоза. Мужчина в белом должен быть в доме их бога. Должно быть дом их робкого бога. Они не поскупились. Покажи мне все. Дан в доме Божьем. Надеюсь, ты здесь в поисках искупления? Твой бог подождет. Я пришел встретиться с тобой. Вот как значит? Придет гордость, придет и посрамление. Но со смиренными мудрость. Ты знаешь, почему я говорю это. Верно.
Но я не уверен, что ты в силах выполнить нужную задачу. Как Иисус сказал Фоме, я есть путь и истина и жизнь. Перечисли по порядку дела Христа. Лишь тогда ты приблизишься к Богу. Стоит ли отвергать мольбы немытого язычника, что хочет познать Бога? Прими меня как есть, я стану служить ему. Как же тяжела ноша учения для столь недостойных. Но я вижу, что одним словом Божьим не спасти твою душу. Идем. С кем я встречусь, священник? Мне надоела тишина. Чш. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым. Но лишь в речах человек познает человека, а в безмолвии только глупеет. Тихо. Болтовня оскорбляет его. Дошли. Пусть Христос, от которого в страхе бежала нечисть, наделит меня своей силой. Помог ли тебе урок Божий? Я узнал, что ваш Бог боится смерти, как и наши, как и все люди. Но Бог помогает нам достичь вечной жизни у Его престола. Это от тебя ускользнуло? Все священники Винчестера говорят загадками. Ты рискуешь жизнью, король Альфред. Я пригласил тебя, чтобы поговорить на равных. Или даны не чтут законы гостеприимства в Уэссексе? Ты отдал моего ярла той твари из Ордена Древних, воительнице Фулке. Фулке была врагом Уэссекса, но, похоже, кто-то уже избавил от нее мои земли. Если не знаешь, это сделал я. Похвально. Уверен, ее смерть — большой удар для Ордена Древних. Что тебе известно об Ордене? Лишь это, не более. В этом письме некий бедный воин Христов говорит о грядущем покушении на мою жизнь. Петля, перо и сакс. Трое, что жаждут твоей смерти. Уже двое. Епископ Эалферт мертв. Я уверен, что сакс именно он. Кроткий слуга вашего бога. Как неловко. Но его смерть сплотила христиан Винчестера. Надеюсь, гибель его соучастников приведет к тому же. Ты не раз видел воинов, подобных мне. И не раз ты проигрывал или тебя обманывали. Почему ты веришь мне? У меня есть люди в Люндоне и Йорвике. Я неплохо осведомлен о ходе этой войны. Недавно в этих городах при странных обстоятельствах погибли несколько влиятельных мужчин и женщин. Когда я получил письмо от бедного воина Христова, стало ясно, почему. Я не знаю, чего именно ты добиваешься. И прошу тебя лишь закончить свой труд, избавив мои земли от этих нечестивцев. Проще дать ордену убить тебя. Так мы быстрее захватим Англию. Смерть правителя не избавит земли от заразы. Обещай мне награду, достойную песен. Вес короля, серебро. Хорошо. Столько, сколько унесешь. Утром мой риф Гудвин не пришел на свой пост. Он надежен? Гудвин шел по зацепкам, найденным в этом письме, и бесследно исчез.
Где его видели? В его доме, у западных ворот. Начни поиски там. Эйвор, веди себя, как подобает гостю. Мой город не поле боя. Пока нет, король, но ненадолго. Нужно найти Рива Гудвина. Раз схватил человека Альфреда. Кто же пойдет Винчестером? Альфред король или нет? Ты-то точно нет. Так что заткнись и делай, что велено. Заткни пасть, ладно? Не то сам окажешься в крепости. Стража здесь что-то ищет. Где же его могут держать? Какие-то записи бросили в огонь. Гудвин заметал следы? Или это дело рук стражи? Миски с едой разбиты. Он сопротивлялся. Думаю, в городе должна быть крепость. Следы борьбы со стражей. Думаю, Гудвина держат в крепости Винчестера. Удивительная тут стража. Ух!
помощь! Узники могут что-то знать. Я свалить деревья, обтесывать камни. И зачем? Строить тюрьмы для тех, кто украл яблоко. Мне нужно найти Рива. Селвина? Он меня повесит. За кражу яблока. Другого. Гудвина. Его, кажется, недавно схватили. Это же человек Альфреда. Кто не украл бы ради ребенка? Вот так поворот. Видно, в Винчестере свободы не осталось. Что ты видишь?
Крепкие стены и много стражи. Здесь наверняка ценный узник. Смертный приговор от Рива Селвина за мелкую кражу и хайни. Мужу и жене. Их скоро казнят. Записи об Ордене Древних. Их украли у Гудвина? Винчестере. Интересное зрелище. Меня послал король Альфред, преклонив колено в мольбе. Я неплохо знаю Альфреда, и это чистая ложь. Он не стал бы умолять о помощи, что бы ни стряслось. Тут ты прав. Но он поручил мне разыскать тебя, Гудвин. Зачем? Скорее всего, чтобы мы могли найти еретиков из Ордена Древних и отправить их в глубины преисподней. Тогда с чего мы начнем? С моих записей. Если их еще не сожгли, искать стоит где-то неподалеку. Я забрал твои записи у капитана крепости. Восхитительно. Потомки назовут тебя щитом Винчестера. Насмешка судьбы. И очень злая. Идем, пока они не поняли, что рыбка сорвалась с крючка. Соберемся за стенами!
Спасибо тебе за помощь. Схватить любимого Рива Альфреда – дерзкий ход. Так называемый Орден на деле кучка наглых бездарей. Бездари, которые проникли во все уголки ваших земель? Они опасны. Ты не представился, верно? Эйвор из клана Ворона. Бич Мерси, если имя тебе не знакомо. Ну, Эйвор, когда троих еретиков останется лишь пепел, поднимем чаши, как старые друзья, единые в ненависти к Мерсии. От двоих Альфред уверен, что один мертв. Ваш епископ Эалферд был саксом. Дьявол. По этому распутному козлу скорбит полгорода. Кто может быть пером? Его оружие слово? Говорят, по Винчестеру развешаны некие воззвания. Может, они прольют на это свет? Петля, что ты о нем знаешь? Уверен, это один из ривов. Лишь мы можем судить и назначать кару. И он явно убежден в своей праведности. Ты знаешь, кто такой Селвин? Он велел схватить и уже казнил множество людей за мелкие кражи. Ну, конечно. Он прибрал к рукам закон в Винчестере. И казнит грешников на площади за малейшие проступки. Может, это не он? Нет, я уверен. Больше просто некому. Покончи с ним, Эйвор. Ценность Альфреда, а не то я... Я помочусь, твой пруд! Люди Винчестера, раскройте глаза и увидите, как идеалы Альфреда гибнут в грязи человеческих пороков. Эти узники не чтят законы короля, считают себя выше их. Эти грешники способны лишь потакать своим слабостям. Хьюберт позволил Элю затуманить ему разум и оклеветал епископа Элферта, слугу Божьего, который недавно упокоился с миром. Элферт был грешником. Пусть горит в аду! Хьюберт, твоя жена сварливая ведьма. И могу спорить, каждый тут отведал ее прогорклого меда. Когда это прекратится, Селвин? Ты осудишь и казнишь весь Винчестер? Приговор вынесен, Хьюберт. Да пощадит Господь твою черную душу. И указами короля. И скажите же мне... Господь мою обещание.
обезображенную душу. Жалкий преступник. Кто посмеет казнить палача Альфреда? Ты вершил правосудие не во имя Альфреда. Ты палач в Ордене Древних. Твой взор все еще затуманен. Ты не видишь истины. Законы Альфреда — мечта рабов. Он допускает к своему столу попрошаек. И слабые пожирают сильных. Кто вправе решать судьбу отребья, если не сильные и достойные? Защищать свой народ надлежит рукой в железной перчатке. Ты караешь простой народ, а не тех, кто это заслужил. Орден приговорил к мучениям каждого. Ибо все мы — лишь бледная тень желанного совершенства. Совершенство древних. Ты сам лишь человек, Рип. Ветвь усыхающего древа. Нужно спросить у Гудвина, что он узнал о Пере. Черный мертв. И зачем ему было настраивать всех против нас? Некоторым важны лишь власть и деньги. Прости, что не удалось спасти твоего мужа. Но мой сын не осиротел. Спасибо тебе за помощь. Сюнин, разведай местность.
Покажи мне. Радость – лучшее лекарство. А отчаяние иссушает тело. Магистр Бата не читает вам писание. Магистр Бата скучный, как старый осел. Вот и топор, которым я прихлопнул муху. Смотрю, ты вылез из своей берлоги. А ты перевернул мой город вверх дном. Я думал, ваши боги подскажут тебе способ поизящней. Это не по ним. Если петля действительно мертв, почему бы не отпраздновать это? Я сделал то, о чем ты просил, Альфред. Если корона тебе в тягость, можешь отдать ее мне. Прости мою резкость. Бог не обделил меня рвением, и порой я неверно подбираю слова. Эйвор, мы действуем во благо людей, верно? Твоих и наших. Итак, Перо, что нам известно? Школы Уэссекса медленно приходят в упадок. Мудрецов у нас в достатке, но они не делятся своими знаниями. Чем и пользуется Перо. Некто не одобряет твои новшества, Альфред, и призывает к борьбе детей. Теперь мы знаем, почему столько детей на улицах, а не на уроках. Думаю, я могу с ними поговорить. Хорошо. Ищи меня в таверне. И попытайся не запугать их до смерти. Саксонки стращают нами своих детей. Ничего не обещаю. А, это ты. Подойди. Плохой риф. Селвин. Я видела, как ты его наказал. Он был очень плохой. Да. Убил мою маму и забрал ее амулет. Он тебе не попадался? Резное деревце. Чтобы я могла ее вспоминать. Печальная история. Держи. Надеюсь, ты сможешь найти новый дом. Это мне? Спасибо! Ну что, мышка, приведешь меня к Перу? И верни яблоко. Яблоко? Я ничего не крал! Отпусти меня! Яблоки крадешь, значит? Ими одними сыт не будешь. У тебя нет курицы? Нет. Лучше скажи, ты знаешь что-нибудь о Пере? О Пере? Смотрю, ты храбрый. Ищи Эльфвин и Вигберта. Они все видят. Зачем этот мальчишка так высоко залез? Он свалится! Боже, не могу смотреть! Боже, да вы же сожжете весь город! Толстячок, толстячок, не поймаешь меня! Боже, лучше бы я и дальше убирал навоз в Малверне. Он уже так близко! Я докажу ей свою...
нет, что ли? Эльфвин, да? Ты укрощаешь огонь не хуже Сурта. Сено само загорелось. Еще бы, в такой-то жарище. Ну? Эй, Вигберт, балбес, пошли! Дай сюда, Эльвин. Мы видели, что стащил сопляк. На что ты пялишься? Уходите, живо. Или я распорю вам обоим брюхо. Ладно, ладно. Что ты так? Не шалите, ребятишки. Вижу, где ты, там и беда. Но поймать меня не проще, чем скользкого угря. Чего ты за мной ходишь? Я ищу Перо. И спрашиваю вас, его маленьких слуг. Что? Мы служим Перу? Ничего ты не знаешь. Вот оно как. Это были люди Пера. И они бежали от тебя, поджав хвосты. Выходит, я спас тебе жизнь. Он сильный и храбрый. Глядишь, поможет нам. Так вы не служите Перу? Мы крадем, чтобы выжить и не попасться в Перу. Но ты знаешь, где его искать. Точно где-то в канализации. Ну, дай ему то, что взял. Может, он нас спасет? Удачи тебе. И постарайся уцелеть. Покажи, что там впереди. Как бы не попасть мышкам в лапки. Я выйду замуж за короля Альфреда, говорит, и он заберет плохо. Меня отсюда. Все умерли и оставили меня одну. Нынче ни куска не достал. Еды всегда мало. Умираю с голоду.
Брось, Эльфин. Немногие так же умны, как мы с тобой. Большинство ведь считает, что женщины слабый пол. Ты обманываешь невинных. Что тебе знать о силе? Как наивно. Защищайте госпожу! Нет, нет, нет! Умрешь быстро! Элфин, открой меня! Элферт, она бежит к дому епископа. Покажись! Не прячься от меня, тень! Покажись, убийца! Узнала, и получишь угощение. Гнусная дрянь. Использовала детей ради ордена. Я обучала их. К 7 годам я сделаю из-за ребенка мужчину. Или женщину. Но к чему грамотность тому, кто может лишь черкать свое имя в навозе? А мудрость той, кто прикована к домашнему очагу. Я столь многому научила Эльфин, спасла ее от жизни в грязи. Она найдет свой путь в Ордене, как и я. Я спасла бы всех, если бы могла. Но не можешь. Ты навредила многим ради избранных. Только Орден дарует нам надежду. Он утолит нашу жажду знаний. Нужно лишь свергнуть веру Альфреда. Что бы ты принес в жертву ради всех знаний мира? Ценный дар. К чему отказываться? Точно не их невинность.
Очень жаль. Не покойся с ним. Гудвин обещал ждать меня в местной таверне. Не открыть, только с той стороны. Смотри, Сюнин.
ж умеешь пить! Докажи! Эйвор! Значит, здесь прячется правосудие? Прячется? Что ты, нет. Это поминки. Праздник в честь того, что перо уже на пути в преисподнюю. Так ты знаешь? Не только у Хильды в городе есть глаза и уши. Люди шепчутся об ангеле-мстителе, что карает недостойных. Могло быть и хуже. Твое здоровье, Элдорбана. Уничтожающий жизнь. Сижу я рядом с врагом нашим, сладкого меда полна чаша. И смотрю я на дверь, но знаю теперь, что конец мне не страшен. Ты в безопасности, Дан. Пока. Когда кружка полна, а прохлада приятна, можно найти друга даже среди врагов. Моему клану пригодился бы такой, как ты. Мудрец, которому еще ведома честь. Хотелось бы мне заниматься лишь законами и судом. И вздохнуть свободно, зная, что битвы подошли к концу. Не выйдет. Мы будем биться даже после смерти. Таков этот мир. Пока мы еще трезвы, хочу сказать спасибо. Если бы не ты, у Англии не было бы надежды на единство. Должно быть неприятно осознавать, что последний враг Винчестера — это ты. Ты уверен, что Сакс мертв? Епископ мертв, это точно. Если он был Саксом, то и Сакс мертв. В этом случае смерть транзитивна, не находишь? Сложно поверить. Слишком все напоказ. В ушах звенит от молитв и плача. Ну, тогда можешь сходить и проститься с ним. Похороны сегодня. Если он мертв, я жду награды. А если нет, продолжу свое дело. Берегись, Эйвор. Даже его труп огромен. При жизни он был великаном. Встретимся на Витоне, когда удостоверишься, что епископ мертв. Нужно выяснить, пошел ли епископ на корм червям. Боже, даруй брату моему, Элф. Ты разве не видишь, что я молюсь? Расскажешь о гибели брата? У тебя стыда нет. Уходи. Мне знакомо бремя, что ты несешь. Тяжесть грехов, что ты взяла на себя. Все ради брата. Я знаю, что он жив. Нет, он... Он сказал, что это во благо. Он... Я его верная сестра, так слушай же, он мертв. Ясно тебе? Мертв. Оставь меня. Я не предам своего брата. Стража, на помощь! Подойдем!
Убитому сожгли лицо. Очень странная история. Тело слишком тощее. Гудвин сказал, что Элфред был огромен. Оставь меня в покое! Довольно притворства. Где твой брат, которого называют Саксом? Теперь он призрак. Но вновь обретет тело во время Витона. И Альфред не будет королем. Он убьет Альфреда? Убьет? Нет. Король откажется от трона, а Элфред поведет нас, воскреснув, как сын Божий. Какая же ты дура! Сюнин, укажи путь. Так спрячется в толпе и ждет возможности напасть. Нежна свирель пастыря, что ведет стадо на убой. Я родился в семье христиан на севере. Мать обнимала меня под светом звезд и нежно шептала: «Господь хранит тебя». Потом пришел твой народ. И Бог смотрел, как ее убили за медное кольцо. Ангелы не спустились с небес, когда ее кровь лилась меж павших колосьев. Бог смотрел, и я ненавидел его. Может, Бог Альфреда испытывал тебя? И ты не справился. Бог Альфреда слаб. Но король хочет, чтобы мы служили ему. С рождения и до смерти. Мой орден хочет разорвать эти рабские оковы. Я волк в овечьей шкуре. Он хотел сам обратиться в божество. Это достойный путь. Даже волк — всего лишь пир для воронов. Мой дар тебе дам. Истина. Попробуй ее найти. С моей смертью орден не падет. Он лишь обратится в нечто поистине ужасающее.
Элферт не обманет дочь Локи дважды. Ты спас мне жизнь. Прихоти судьбы забавны, Альфред. Мой король, мы пройдем переулками Волтминстер. Эйвор найдет нас там, когда все уляжется. Элферт, любимый! Нет! Будь ты проклят! Мой брат служил Богу! Он обманул смерть, чтобы убить вашего короля. А тебя не должно это радовать? Как всех язычников и демонов. Вопросов у нас много, но ответов нет. Поможем друг другу? Скажи, от чего этот ключ? Так от чего этот ключ? Ты был ко мне добр. Во всем виноват проклятый орден. Мой брат умер из-за них, так пусть горят в аду. Это ключ от руин под домом епископа. Ищи ответы там. Расправь крылья, Сюнин. Стань моими глазами, Сюнин. Если сестра Элферта не лжет, ответы я найду в руинах.
Я на месте. За дверью тайны Эалферта. Отошлю это Хайсуму. Может, он что-то поймет. Все, что они делали, было во вред Альфреду. Она солгала. Здесь нет записи Ордена. Отправлюсь к Альфреду за наградой. Подойди, Эйвор. Мне и тут все слышно. Нечестивцы хотели убить меня, но никто из них не преуспел. Альфред, ты позабыл о законах гостеприимства? Я сделал все, что ты просил. Это верно. Но не каждый враг врага становится другом. Ты же человек слова и воин божий. Конечно. Я живу по его заповедям. Гудвин. Лишь это серебро ты возьмешь с собой в Дракар. В память о жертве Христовой и нашей щедрости. Я предлагаю тебе выбор.
жить среди нас во Христе. Или умереть язычником на поле боя. Не отказывайся от вечной жизни. А если я не согласен? Эйвор, это дар надежды. Возможность жить дальше после смерти тела. Отказываться глупо. Рухнет вскоре твой трон, западных саксов король. Хлопают воронов крылья, несут поражение боль. Ты ошибался, Гудвин. Его уже не спасти. Он предлагал надежду. Она мне не нужна. Будь ты проклят, Альфред. Вернусь к Хайсому и Рандри. Расскажу им о том, что здесь произошло. Отправлюсь к Альфреду за наградой. Подойди. Мне и тут все... Нечисть... Альфред, ты... Это... Ты же человек... Кань. Гудвин. Лише... Я... А если... Эйва. Рух... Он предлаг... Она мне... Будь ты проклят, Альфред. Thank you.
Вернусь к Хайсому и Рандве. Расскажу им о том, что здесь произошло. Ради этого мы льем пот и кровь. Мой пот – услада для древних. Мы жаждем пота войны, что так коробит слабого бога римлян. Молись кому хочешь. Ты не почувствуешь сладости Эля и свежести ветра после жаркой битвы. Чтоб тебе сдохнуть.
Эти земли прокляты троллями. Thank you.
Мэн, брютай его! Вперед! Есть среди нас скальды? Мою 19-ю зиму конунг Стюрбьорн повелел построить новый длинный дом. Тот, что и сейчас стоит в Форнбурге. Для этой работы он нанял 20 человек. Я был среди них. А еще Фради. Сильнее и крепче я никого не знал раньше. Мы взялись валить и обтесывать лес. Фради работал быстрее всех. Свалил 41 дерево всего за 2 дня. На третий день один мозгляк по имени Нар все валил свое первое дерево. Он бил по нему... Подожди, Скальд. Ты! Чего тебе? Тебе знаком флютинг? Ну, перебранка в стихах. Да, я слыхал. Тогда сразись со мной. Но учти, у нас здесь флютинг ведут не как все прочие. А как же? Обходительность в споре со мной победит. Грубость сходит за лесть, а любезность разит. Верх возьмешь надо мною, ты только добром. Я смотрю, обладаешь ты острым умом. Прелестно. Сразимся? Вот мои деньги. Начинай, друг. От твоей красоты глаз мне не оторвать. Но прекрасней твой лик и божественно стать. Прекрасно. Я поэму сложила во славу твою. Твою доблесть бесспорно в веках воспоют. О, как чудесно! Складны строки твои и на диво умны. Твои речи прекраснее юной весны. Вот это талант! Я должен тебе по заслугам воздать. Стихи ты прекрасно умеешь слагать. Жизнь в Люндоне трудна, но ты доставил мне истинную радость. Возьми, ты их честно заслужил. Ha!
willkommen abzustimmen. Выходим. Нужна песня? Нужна история. Был один безумец по имени Хрок, а их примерно лет, которого мы прозвали Грызуном за страсть собирать топоры. 20 лет он копил топоры всех видов и размеров. Ни разу он не сражался, но клялся Тором, что жаждет этого. На 31-м году, перебрав Эля, Хрок соблазнил чужую жену. Ее муж вызвал его на Хольмганг. Хрок принял вызов, а в назначенный день разложил 12 топоров и спросил, который же из них взял... Можем продолжить после. Идем на корабль! Ты в руках Одина! Придется подлатать. Ah!
Здесь мне точно не рады.
Не стоит привлекать внимание. Здесь лучше не шуметь.
поговорю с Хайсомом. Есть что-то для меня? Я уничтожил Орден в Винчестере, но пришлось иметь дело с Альфредом. Бедный воин Христов привел тебя к королю? Странно. Будто он или она над тобой смеется. Держи. Это пригодится тебе куда больше, чем мне. О, хорошо. Надеюсь, это было не слишком хлопотно. И хочу дать тебе знак глубокой признательности. Нужно собрать еще медальоны. Мне уже пора. Ступай с миром. Хороший мальчик. Мы избавили Винчестер от власти Ордена. Увы, нам там теперь тоже не рады. Я встретился с самим королем Альфредом. Орден хотел его убить. Он дал им отпор. Альфред? Нынче уже и не знаешь точно, где враг, а где друг. Взволнован. Что-нибудь случилось? Лучше расспроси его сам. Эйвор, время пришло. Наше время. Время для чего? Меня ждет вечная слава. Вечная слава. Боюсь спрашивать, но о чем ты? Разве тебе не ясно? Мне пора покинуть Мидгард. Я отправлюсь в залы своих предков. Если ты ищешь смерти, я тебе не помогу. Эйвор, я говорю не о смерти, а о жизни и нескончаемой славе. Да, последние дни я будто блуждал в тумане. И говорю о том, чего ты не понимаешь. Прошу лишь, доверься мне вновь. В последний раз. Я вернусь в Норвегию, попрощаюсь с отцом и исполню свое предназначение. В Норвегию? Нужно обсудить это с Рандви. Как скажешь. Я буду ждать тебя у причала. Только не тяни время.
Все готово? Пир должен удастся на славу. Да, мы должны преуспеть. Брат Волка! Добро пожаловать в Рейвенсторм. Я Эйвор. Но ты, кажется, это уже знаешь. Да, тебя многие знают. Я Тока Синриксдоттер. А этого зануду Франка зовут Пьер. Он мой помощник. Мы посланы к тебе Сигфредом из Франкии, прославленным воином и конунгом тамошних норманов. Я смотрю, вы здесь быстро освоились. Это было нетрудно. Удивительно, как много вы тут сделали. Мы только рады построить дом для гостей. И мы привезли из Франкии новое яство для твоего стола. Даже пряное вино, если ты его любишь. Весьма щедро. Иные сказали бы, слишком щедро. Пусть это будет знаком дружбы от моего дяди Сигфреда. От клана к клану. Узнай люди, что я отменил пир, и прольется кровь. Так что я приму этот дар. О, это честь для нас. Рейвенсторм похож на Франкию, какой она была прежде. Я была бы рада бывать здесь чаще. Милости просим. Однако никто не приносит дары просто так. Я жду, чего же ты у меня попросишь. Не зря ты славишься проницательностью. Буду рада услышать твой совет под добрый эль. Может, начнем? Что ж, посмотрим, так ли хороша ваша франкская снять. Начнем, пир. Как можно предпочесть Эльвину? Мон Дье, так и не верится. Норманы, может, и бьют франков на поле боя, но нашему вину в мире нет равных. Да, вино прекрасное. Значит, у норманов все же есть вкус. Хочу тебе кое-что показать. Здесь, в Англии, я не раз добывала мечи в набегах и битвах. Этот я взяла на Хольмганге у двух братьев Олухов в Восточной Англии. Он невелик, но все равно великолепен. Значит, вы объехали все уголки этой земли, прежде чем явиться в Рейвенсторм. Для чего? Надеюсь найти много славных бойцов, чтобы вместе ходить в набеги вверх по Сине. И кто успел выслушать тебя? Многие. Ярл Хеминг, Гутрум и сам Хальден. Париж будет осажден. А потом мы добудем столько сокровищ, золота и серебра, сколько еще не видала Англия. Дай угадаю, кто из ярлов готов идти с тобой грабить и осаждать франков. Никто. Они просто не в силах представить себе столько добычи. Что тебе нужно на самом деле? Все, что я сказала, правда. Но есть еще кое-что. Во Франкии восстает новая сила. Какая сила? Земли франков объединились и возглавил их один король, Карл Толстый. Собрав много сил, Карл медленно начал наступать на нормандские поселения в тех краях. Убил моего отца и сжег мою деревню. Мне жаль твоего отца и жаль деревню. Но здесь у нас и своих бед хватает. Пока Карл Толстый у власти, бед у вас будет все больше. Добившись своего во Франкии, он придет и в Англию. Карл придет за тобой и твоим кланом. Его войско растет день ото дня. С ним придут рыцари и солдаты, а не пахари и ткачи вроде ваших. Если клан Ворона согласится, чего ты потребуешь? Наш конунг Сигфред готовится осадить Париж и припугнуть франков, чтобы они оставили нас в покое. А потом наши дракары уйдут в полной добыче.
Мои лазутчики подтверждают рассказ Торхи. Но до сих пор я считала, что мы не должны вмешиваться. А что ты скажешь теперь? Если король Карл обезумел и рвется в Англию, нужно действовать. Сигфред, вождь викингов в землях франков. Объединившись, мы сможем дать отпор этому новому королю. Я могу сам найти этого Карла. И если он не заключит мир, я его убью. Дело ведь не в этом короле. Убьем одного, придет другой. А если его убьет викинг из Англии, франки высадятся на нашем берегу еще раньше. Что ж, посмотрим, кого во франки убивать, а с кем искать союза. Возможно, с сильным королем будет проще договориться. Покажи мне меч. Хочу полюбоваться работой. Нет, я его украл, и он мой. Ладно, не покажешь мне его сам, отберу силой. Готовься, Пьер. Вызываю тебя на Хольмган. Довольно. Тока, ты пришла искать помощи против франкской угрозы, и клан Ворона ответит на твой зов. Правда? Правда? Клянусь, ты не пожалеешь. Как будешь готов, найди Пьера, и мы сразу отплывем во Франки. Спасибо. Голова. Лучше б я пил Эля. Надо найти Пьера, когда я буду готов плыть во Франкию. Брат Волка, и у тебя голова раскалывается. Ну и ночка. Но нам нужно спешить во Франкию. Главное, что Сигурд вновь на своем месте. Что сегодня предложишь? Ну, нравится тебе это? Неплохо, верно? Если хочешь, могу отдать тебе. А ты грозно выглядишь. Мне пора. Удачи. До встречи, мой друг.
Славно, что Сигурд вновь на своем месте. Покажи-ка, что у тебя тут продается. Тебе это нужно? Товары хороши, но этот особенно. Все, ничего больше не нужно. Мне пора в путь. Прощай. Да славится твой... Пьер. Мы готовы плыть во Франкию, а ты как? Я готов. Франкия, край Карла Великого и горечь побед Рагнара, что добыл в Париже много серебра и много бед.
А ныне новый король не только ведет франков на бой с норманами, но и засматривается на Англию. Я не позволю этому безумцу пойти войной на нас. А он уже собирает войско. И воронье каркает над Парижем. Вот наша Франкия! И все? А я думал, Карл устроит нам пышную встречу. Поверь, брат Волка, ты скоро испробуешь на себе его радушие. Это дело рук Карла? Мы все тут постарались. Боги. Вот что он готовит Рейвенсторпу. Увы. Мы почти на месте. Но Париж на дракарах не пройти. Реку преграждают мосты франков. Мы живем далеко от берега. Отсюда поедем верхом. Остальные пойдут пешком. Нужно ли опасаться засады? Не так близко к воде, и точно не ночью. Сигфрид тут славно потрудился. Я прослежу за разгрузкой, а вы поезжайте. Спасибо, Пьер. Да, Эйвор. Нам надо кое-что обсудить, когда я приеду в Миллион. Удачно доехать. Седло! Здесь недалеко. Что я скажу Сигфриду? Он велел мне добыть топоры. Ведь я должна стать Ярлсконой. А я опять не справилась. Не все зависит от тебя, Тока. Ярлам все видится в свете их забот. Мне бы крепкий эль да славный бой. Что еще нужно? Лазутчики франков. Они стали часто тут появляться. Что, по-твоему, это значит, Эйвор? Что Сигфриду придется потрудиться еще? Сигфриду придется трудиться, пока тут не останется франков. Лазутчики шныряют здесь с тех пор, как Карл вытеснил нас с севера. Он неотступно преследует вас. Ты можешь стать Ярлсконой раньше, чем ожидаешь, Тока. Боюсь, я не создана для этого. Вон наш длинный дом. Почти приехали. Долго меня не было. А ведь я надеялась вернуться с войском. Вот и наш Миллион. Надо найти Сигфрида. Надеюсь, все удалось, когда прибудут те, кого ты привела. Мне нужен Сигфрид. Конечно. Что ж, ты найдешь его там же, где всегда. О, да. Он стоит над курганами и смотрит в туманную даль. Как обычно, по утрам. Сюда. Наши курганы. Синрик, мой отец, лежит здесь, как и другие. Пойдем.
Ты знаешь, здесь царит настоящий покой. Эта земля прекрасна, если бы только на ней не было франков. А вот и Сигфрид. Иди вперед. Он будет недоволен, что я привела так мало союзников. Сигфрид. Это ты, брат Волка? Хорошо. Ты знал, что это я? Пьер предупредил меня. Твой топор... Бесценный союзник. Говорят, и твой топор трудится неустанно. Да, я убил многих, открыто и в честном бою. Как велит нам Один. Так заведено. У нас, но не у них. Франки вытащили ярла Синрика из постели и зарезали, как труса. И даже не похоронили. Просто бросили на съедение зверям. Я насыпал для него круга. Ты хочешь, чтобы я сражался на твоей стороне? Здесь нет сторон. Только долг крови и месть, и Хельхейм для тех, кто разрубит мой топор. Я знаю, что значит долг и месть. Когда придет время, Сигфрид, я буду с тобой. Славно. Я надеялся на тебя. А теперь нас ждет пир, и я расскажу, что сделаю с Парижем. Это Видар, самый благородный конь, какого я знал. Бог отмщения? Славное имя. Многие франки нашли смерть от его железных копыт. Он ненавидит их так же сильно, как я. Что за фигурку ты оставил на кургане? Синрик выиграл ее у меня на Хольмганге, когда мы были детьми. Это Иктюрнер, что стоит на крыше Вальгалы. Он и мертвым сжимал ее в руке. По ней я и опознал его, ведь до него добрались дикие звери. Это будет величайший набег с тех пор, как Рагнар взял Париж и привел Хорику полные дракары серебра. Мы наполним сундуки серебром, а кубки медом. Кровь и слава! Сколь! Дело не только в серебре, Тока. Он не любит, когда ему мешают есть. Знаешь, ведь Рагнар привез с собой не только серебро. Не только? А что еще? Мечи? Драгоценности? Вино? Рассказ о мертвом святом, защищавшем Париж. Потрясенный Хорик отпустил христиан и казнил своих воинов. Правда? Да, слава в этом немного. Вот день! О котором сказал Господь, я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним что тебе угодно. Язычников убить!
Мне нужна голова Сигфрида и еще этого. Соплячку можете отпустить. Кого? Епископ Энгельвин. Нынче славный вечер. Проклятье. Здесь мне точно не рады. Пусть даже верхом сражаться легче. Это их не спасет. Куда удрал Энгельвин? Сигфрид, стой! Что он тебе сказал? Тока, займись ранеными и найди стражу. Они должны были предупредить нас. Я же говорю, он не любит, когда ему мешают есть. Мертвого врага не допросишь. Шальному сердцу нужен зрелый ум. О, славно сказано. Куда помчался Сигфрид? Думаю, за епископом Энгельвином. Сигфрид ненавидит его пуще всех. Это он убил Синрика. Его побратима и твоего отца. Мне жаль только. Все по-прежнему. Нападения даже участились, как ты видишь. Рандви была права. Нельзя, чтобы эта война пришла в Рейвенсторп. Ты что, убедишь короля франков сдаться? Иначе тебе придется перебить всех его солдат. Если мы возьмем Париж, Карл потеряет много солдат. Он это знает. Угроза принудит его к переговорам. Этот клятва преступник не пойдет навстречу. Да и слово труса ничего не стоит. Лучше убить его. Дело не в том или ином короле, Тока. Мне нужна встреча с Карлом. Ради моего клана. Может, ты и прав. Но переубеждать тебе придется вовсе не меня. Если ты убьешь Энгельвина... Сигфрид поможет тебе в поисках Карла. Вот это речь Ярл Скон и Тока. Наши люди дважды выследили Энгельвина в трущобах на юге Парижа. Наверняка Сигфрид отправился туда. Я найду Сигфрида там и вернусь, когда Энгельвин будет мертв. А потом за Карлом. Эйвор, сюда, сюда! Пьер, зачем тебе все это? Думаю, мы поймем друг друга. Ты хочешь сладить с франками, что ненавидят норманов, а я хочу денег. Что-то я не вижу связи. Я имею дело с отчаянными людьми, которым опостырил хаос, охвативший Франкию при Карле. Увы, их мало. Верные трону хорошо вооружены, и драться с ними дураков нет. Ты сам не веришь в своих друзей? Я нет, но они в себя верят. Тут ты мне и пригодишься. Помоги им, и я щедро тебя награжу. Странно, ты помогаешь им, но считаешь, что их ждет провал? Кто я, по-твоему? Разве не жестоко лишать их надежды, которой они живут? А еще тут можно заработать. Только дурак от такого отмахнется. Ну, чего желаешь? Покажи, что предлагаешь. Приступим же. Удачи, Эйвор.
Хочешь что-то купить, друг? Дай взгляну на товары. Мне пора в путь. Прощай. Что ж, до встречи. Эйвор, здравствуй. Поблизости вражеский лагерь. Прикрывай.
уж. Он их ненавидит. Видел, как он тому парню шею сломал? Мон Дье! Прекрати, наконец, мяукать! Не то клянусь, я сварю из тебя суп! Манифик! Захочешь еще потрудиться? Я здесь. Я не думал, что ты любишь кошек. Не люблю. Этого как-то спас один из повстанцев. Сам чуть жизни не лишился, дурень. У животных честные сердца. Этот кот будет верным товарищем до самой смерти. Сомневаюсь. Кошки изворотливы и хитры. Думают лишь о себе. Как и я сам. Полагаю, он исчезнет, как только получит достаточно еды и питья. Кстати, об исчезновениях. Верных трону людей все меньше. Мы трудимся не зря. Мне кажется, или ты этому рад? Мы кое-чего добились, но много ли это? Впрочем, главное, что нам удалось заработать. Чем могу помочь? Как дела у повстанцев? Пока все. Чем хочешь заняться? Что ты предложишь? Приступим же. Удачи, Эйвор. Ну что ж, на этом пока что все. Продолжение следует. Не забывайте подписаться на канал, ставить лайк и оставить комментарий. Всем заранее спасибо.